Ну-ка, улыбнитесь. Доброе утро. Здрасте. Папа, там еще школьники. Еще школьники, да? Вон еще школьники. Большие, а там большая. Ну, мальчик уже ушел. А девочка будет идет. Да, да? Школьница. Ничего не хочу. А что нам ему не хочу? Мне не включили. Мне даже не позвонили, не спросили. Привет тебе, родная школа. Встречай веселым сентябрем своих детей. Они готовы и ждут твой солнечный прием. Летит пускай по всей России, как ветер, школьный перезвон. Встречайте праздник, праздник знаний. Сегодня самый главный он. Ах, эти школьные мотивы звучат все радостней, быстрей. И снова школа с добрым сердцем встречает всех своих друзей. Дверь распахнула наша школа. Заходите, рады мы ученикам. Золотая осень вас встречает снова и дорогу к знаниям откроет вам. Да. Сегодня большой праздник и у педагогов, и у учащихся. Как же здорово, когда именно так торжественно и празднично начинается новый учебный год. Сегодня мы снова вместе. Позади остались летние каникулы. Мы уверены, что каждый из вас с нетерпением ждал, когда можно будет вернуться сюда. А все ли учащиеся сегодня присутствуют на линейке? А мы проведем перекличку. Вторые, третьи, четвертые классы, вы здесь? Да! Молодцы! Пятые, шестые, седьмые, восьмые классы в полном составе? Да! Девятые, десятые, одиннадцатые классы прибыли без опозданий? Да! Школьные годы – волшебная лестница, по которой все мы переходим из класса в класс, овладеваем новыми знаниями, приобретаем умения и навыки. На первую ступень этой волшебной лестницы сегодня поднимаются наши первоклассники. Для малышей прозвенит самый первый в их жизни звонок, и начнется интересная, ответственная школьная пора, полная открытий. Мы приглашаем на радостный праздник в честь первого в жизни звонка вас, маленьких самых, счастливых и разных, взволнованных, может, слегка. Бурными аплодисментами мы приветствуем и встречаем самых маленьких учеников в сопровождении учителей, гостей, администрации школы. Серьезные. Это наша смена. Это те, кому предстоит творить наш завтрашний день. Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, разрешите считать открытой. Право поднять государственный флаг Российской Федерации сегодня предоставляется ученицам 11 класса, отличницам учебы Левченко Марии и Луценко Екатерине. А также ученику 11 класса, победителю муниципального этапа краевого конкурса «Самый лучший папа» Бякову Арсению. Внимание! Под государственный флаг Российской Федерации смирно! Флаг
поднять. Ребята в сборе, мы сегодня всех вас видеть рады. И широкие улыбки на лице для всех нас огромная награда. Лишь вчера, казалось, выпускной отмечали в школе мы с размахом. Было много теплых слов, стихов. Кто-то из девчонок тихо плакал. Пролетело лето, вновь сентябрь. Сколько было их, со счету сбилось. Снова на линейке мы сейчас, снова это чудо повторилось. Как прекрасны наши первочки, мы красивее детей не знаем. Вот стоят ваши выпускники, их серьезный труд всех ожидает. Каждый день этот маленький шажок, что к заветной цели приближает. Первочок выводит свой крючок, выпускник к ЕГЭ пример решает. Мы желаем вам, чтобы этот год добрым был и ярким, и чудесным. Чтобы было много места и упорству, творчеству и дружбе. Чтобы было интересно жить и в свою мечту, конечно, верить. Прозвенит заливистый звонок, и наша школа всем откроет двери. Дорогие первоклассники, сегодня вы отправляетесь в большое, интересное, увлекательное путешествие в новую, неизведанную страну, которую не найти ни на карте, ни отыскать на глобусе. А рядом с вами будут ваши старшие товарищи и наставники, которые покажут путь, дадут совет, как изучить, познать и полюбить нашу школьную страну, страну знаний. Снова в школу, словно в первый раз. Снова в школу, словно в первый класс идем с тобой. We'll be right back.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Наша школа много поколений воспитала, их жизнь большую смело отпускала. Сегодня поколение новое возьмет и с детства в юность снова поведет. А сейчас мы хотим познакомить наших первоклассников с самым главным хранителем нашей атаманской школы, с директором Бойко Линой Владимировной. Пройдут сегодня первые уроки, и каждый поспешит совет вам дать. Но первое напутственное слово попросим мы директора сказать. Доброе утро. Доброе сентябрьское школьное утро. Наступает новый учебный год. Действительно, года летят так очень быстро, говорили сейчас ведущие, буквально недавно мы выпускали детей во взрослую жизнь. А сегодня принимаем 48 первоклассников. Мы очень рады такому многочисленному набору. У детей все впереди, у них начинается школьный интересный путь. Я хочу пожелать детям, первоклассникам и их родителям, которые сегодня очень взволнованы, их тоже очень много, учителя как принесли списки, 70-80 человек на один только класс присутствующих. Я хочу пожелать вам успехов ваших детей, детям крепкого здоровья и, конечно, мирного неба. Кроме первоклассников, у нас здесь присутствуют еще виновники тоже торжества. Это выпускники школы. Вот они сейчас исполнили такой танец какой-то где-то, вот эта ниточка, мы увидели, да, первый класс, 11 класс. Они как бы дали старт и начало для наших первоклассников. Вам, ребята, успехов при сдаче единого государственного экзамена. Все получится, все будет. Желаю всем ученикам и всем родителям, гостям, присутствующим, педагогам, успехов в новом учебном году, в добрый путь, в школьную жизнь. Сегодня у нас в гостях гости. Они поддерживают всех учеников нашей школы и поздравляют их с праздником. Они так же, как и мы, вспоминают школьные годы, как они волновались впервые, переступая порог школы, как учились, как дружили. Как первый раз влюблялись, они помнят своих одноклассников и учителей. И сегодня мы приветствуем рядом с нами начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Павловский район Робертус Юрия Васильевича и главу администрации атаманского сельского поселения Пронько Сергея Михайловича. Пусть же год, начавшись поздравления, будет полон радостных побед. Как и прежде, школа дорогая дарит пусть всем нам учение свет. Первоклассник пришел в нашу школу, в новый костюм одет. Для тебя все только начинается. Впереди 9 или 11 школьных лет. Мир интересный и сложный встретишь за школьным порогом. Ну и ты, конечно же, сможешь здесь ты узнать о многом. Первый класс спешат поздравить выпускники основной школы, вернее, средней школы, прошу прощения, для которых этот год, к сожалению, последний в школьной жизни.
Для нас и грустный, и веселый всеобщий праздник знаний день. Ведь с ним сегодня настает и наш последний школьный год. От вас и всех учителей вам пожелания смелей, дорогой трудной идите, свое призвание найдите. И к радости, и к сожалению, наша школьная юность продлится всего один год. Но не стоит огорчаться, ведь школа не только 11 лет учебной программы, это дружба и радость самостоятельных побед. Школа — это сама жизнь, и мы уверены, что последний год для вас будет самым счастливым. Дорогие ученики, уважаемые родители и педагоги, сегодня волнительный день, как и для всех 11-классников, так и для некоторых ребят из 9-х классов. Это последний наш школьный сентябрь, последний учебный год, который подарит нам гордое звание выпускники. Поздравляем всем с Днем Знаний. В этот замечательный день хочется пожелать всем ученикам настойчивости, успехов, усердия и трудолюбия, почувствовать, что вы нужны своей школе и своей стране. Родителям желаем удачи, терпения и хорошего настроения на весь учебный год. А помогают ребятам познавать мир знаний наши любимые учителя. И за это им отдельное спасибо. Спасибо вам за вашу доброту, за ваши знания, за ваши мудрые советы, которые остаются с нами на долгие годы. Среди наших наставников заслуженные педагоги, почетные работники образования. Давайте же вместе поприветствуем наших учителей бурными аплодисментами! От души хотим поздравить наших учителей с Днем Знаний. Желаем учителям крепкого всем здоровья, сил, успехов, терпения и благополучия. Дорогие первоклассники, еще недавно мы стояли на вашем месте, а сегодня вы стали настоящими учениками. Вам посчастливилось попасть в замечательную школу. Теперь она будет для вас вторым домом. Мы с удовольствием принимаем вас в нашу дружную школьную семью. В учении постарайтесь быть прилежными. Слушайте внимательно советы учителей, и вы узнаете много интересного, полезного. Первый класс – это первая ступенька школьной жизни. А мы в этом году поднимаемся на последнюю ступеньку школьной лестницы. И к радости, и к сожалению, это продлится всего один год. Но не стоит огорчаться, ведь школа — это не только 11 лет учебной программы, это и дружба, и радость самостоятельных побед. Школа — это наша жизнь, и мы уверены, что последний наш школьный год будет для нас самым счастливым. Весной вновь встретимся с вами, чтобы уже проститься, потому что для нас это последний школьный год. Но это будет весной, а пока нас ждет счастливый год совместной учебы. Мы хотим, чтобы вы любили нашу школу так же, как любим ее мы. Дорогие первоклассники, сегодня вы получаете первое важное свидетельство. Свидетельство первоклассника, а также медаль первоклассника. Пусть эта медаль напоминает вам о первой встрече со школой. А знаете ли вы, дорогие первоклассники, что вы не просто ученики, а ученики казачьего класса? И очень символично, что вы пришли в школу, в первый класс, где очень ценны казачьи традиции, где мы чтим и помним нашу историю. Мы дарим каждому классу по подкову. Пусть она служит вам напоминанием о сегодняшнем дне и дарит только счастье и удачу. С прошлого года стартовал такой проект, как «Навигатор детства». И все мы – часть этого проекта. Символом такого проекта является самолетик. Пусть эти самолетики исполнят все ваши мечты и желания. Еще мы подготовили вам массу интересных мелочей. Мы
Они говорили. Но ведь они скоро попрощаются со школой. И как же дальше? Не переживайте. В школе учится много ребятишек. И каждый год приходят новые ученики. Вот и сегодня обучиться в школе начнет 48 первоклассников. Ой, а они так волнуются? Очень часто люди делают в своей жизни что-то впервые. Сегодня первоклассники впервые выступают в качестве учеников школы. А можно узнать, хотят ли они в школу? Конечно, можно. Первоклассники, вам слово. Ну, когда-то будут и выпускники. Немножко осталось, 11 лет. Смотри, народу сколько, и приветствуют все нас. Здравствуй, школа, познакомьтесь, вот наш новый первый класс. Долго утро ждал такого, не сомкну почти что глаз. Я пришел учиться в школу, самый главный первый класс. Я тоже в школу собиралась, примеряла все на раз. Только видно, зря старалась, в моде форма, говорят. Мы первоклассные ребята, скрыть камень знания не вопрос. Мы дети нового стандарта, нам шить теперь по новым ФГОС. Не волнуйтесь так, родные, посмотрите, здесь друзья. Атаманская лучшая школа и самая дружная наша семья. Наша мама, наши папы привели сегодня нас. И волнуемся все вместе, мы в них, они в нас. Мы запомним навсегда этот день прекрасный. Нашей школы лучше. Нет, здравствуй, школа, здравствуй. В этот чудный светлый день в школу нам идти не лень. Говорим, уютный класс, принимай радушно нас. Мы готовы обучаться, мы готовы постараться. Принимайте в школу нас, самый лучший в мире класс. А чего же я веселый и одет как на парад? Сегодня я иду в школу, это во мне детский сад. Я теперь не маленький, стал я первоклашкой. Подарили мне портфель и казака рубашку. В школу я пришла учиться, мама будет мной гордиться, ведь она училась. Все же в атаманской школе тоже. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не поспим. Даже важный генерал все со школы начинал. Правда, он тогда не знал, что он станет генерал. Учиться буду я с душой, делать все задания. Чтоб пятерки получать, приложу старания. Буду взрослым помогать, делать все внимательно. Буду буквы выводить, очень я старательно. Если честно, мы устали здесь на публике стоять. Вроде главное сказали, нужно речь закуглять. 11 класс я приглашаю к нам на выпускной. Пропустить вас обещаю, скажете, что вы со мной.
Много шумных и веселых собралось сегодня нас. Здравствуй, здравствуй, наша школа! Здравствуй, здравствуй, первый класс! Учитель первый необыкновенный, самый любимый, самый бесценный. Каждому сердце он ключик найдет. Смело в мир знаний ребят он ведет. В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки, по лесенке знаний шагайте смелей. Чудесные встречи и добрые книжки ступеньками будут на ней. По лесенке это вы сможете скоро достичь недоступной морской глубины, спуститься под землю, взобраться на горы и даже дойти до Луны. Крутые ступеньки на лесенке будут, но выверен точно заветный маршрут, чтоб вас подружить с удивительным чудом, которое знанием зовут. В школу, Родина зовет. В школу, ветер нам поет. Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, пусть счастливым будет школьный год. Торжественный и светлый миг сейчас настанет, ему навстречу сердце отвори, и пусть на всей земле светлее станет. Проснись, звонок, звучи, звонок, звени. Год учебный вновь открывая, пусть звенит наш школьный звонок, колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. Звени, звонок, звени, звонок, родной, веселые звонки, всех на урок поторопи своим звучанием громким. Аплодисментами провожаем наших первоклассников на первый в их жизни урок. Он позвал всех на урок. Крепко за руки возьмитесь и по классам расходитесь. В добрый путь, друзья, вперед! Школа с нетерпением ждет. Дорогие ребята, мы приглашаем всех вас в страну знаний на первый урок разговоров о важном, который называется «Образ будущего». Еще раз поздравляем всех учеников, родителей, учителей с началом учебного года. Желаем всех успехов, крепкой дружбы, много радостных и незабываемых минут школьной жизни. Куда смотреть? Смотрим на него. Вперед. Дети, улыбаемся. Все улыбаемся. А теперь показали вот так. Смотрим на меня. Работы не добавили. И теперь тихонечко все портфели оставляем, берем портфель, идем в класс. Садовись туда быстренько с портфелями, уже сфотографируем. Можно я себе сфотографировать? Улыбаемся, ребятки. Смотрим прямо. Прямо. На кого-нибудь. У кого-нибудь добавили. Кого пощекотить? Субтитры сделал DimaTorzok.
просто растерзают, извините, они 20 минут. Вы услышали меня? Ходим только строя, только за ручками, даже в столу. А вам желаю соблюдать режим. В 10 часов лучше, даже раньше. Дети, чтобы спали. Я захожу, она сидит. Как вы их будете усыплять, я не знаю. Разными способами. Есть любить сказки читать. И передает следующему игроку. Да, пока наши первые участники не окажутся первыми. Итак. Держим. Вы в следующей игре поиграете. Иди, еще будут играть. Еще будут, иди. Ну что, задание вам понятно, ребята? Тогда ручки приготовьте. Сейчас начнутся сложнейшие испытания. Приготовьте ручки для мячиков. Не упускайте мячик, хорошо? Из рук в руки. Пошли на старт. Внимание, начали. Передаем, передаем, передаем. Скорее, скорее. Беги вперед, вперед, вперед. Передаем, передаем. Не спим, не спим. Дайте, я за вас болею. Дай. Тихо, не бойтесь. Ну что? Еще одно наисложнейшее испытание из всех труднейших. Так, ребята, не волнуйтесь. Поставили ножки широко, широко. Сейчас мы будем снова передавать мяч. Но из рук в руки мячик не прокатываем, а именно передаем. Понятно? Точно так же доходит мячик до последнего игрока. И последний игрок становится вперед и передает следующему. Посмотрите, как стоит та команда. Да это вы сильно прям расстали, вам будет неудобно. Ножки. Не надо, там мячик даже не прокатит уже. Становитесь еще чуть-чуть дальше. Надо, блядь, посмотри, как влияние стоит. Так, вот. Да. Становитесь. Тоже вот так вот. Ну что? Мячики, ручки, взяли. Понятно, что нужно делать? Прокатываем, передаем под, между ножек. На старт, внимание, начали. Давай, давай, давай. Мешку. Мы должны победить, мы должны победить. Ножки шире. Ловите мячик, передавайте друг другу. Лови, беги вперед, скорее. Вперед, скорее. Не спим, не смотрим. Нет, 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 нет. Мешку свой мячик, скорее. На свой мячик смотрим. Все то же самое. Давай. Побежал. Молодец, Таня, молодец. Давай. Дальше, дальше, дальше. Скорее. Беги вперед. Беги вперед. Ножки, ну куда? Нет, мы потеряли мяч. Ножки расставили. Смотрим на мяч. Сильно не надо. Давай, давай. Ну, ну, еще, еще, еще один раз. Вопросы, и если вы согласны, то все хором отвечаете. Это я, это все мои друзья. У Мороза не боится, на коньках летит, как птица. Это я, это все мои друзья. Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? Это я. Вы что, нельзя в школу опаздывать? Я вам приду с опозданием. Нельзя. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? Это я, это я, это все мои друзья. Кто из вас не ходит хмурый?
любит спорт и физкультуру. Это я! Это я! Это все мои друзья! Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? Это я! Это я! Это все мои друзья! Какие вы молодцы! Да, да, вот такие вот мы. И мы тоже с пятнышком тоже. Да. Да. Ну, раз вы хотите в школу, то знаете, что нужно делать? Что? Нужно стараться, помогать старшим, никого не обижать и уметь дружить. Ой, это же, наверное, очень сложно. Да? Легко? Легко? Мы постараемся. Постараемся, да, ребята нам помогут. А портфель вы нам отдадите? Конечно, отдадим. Пожалуйста. Вот. Вот. А мы вообще-то уже и собрали портфели, да. Мы свои, вот у нас есть своих. Давайте проверим сейчас с ребятами, как вы собрали портфели. Взяли все самое необходимое. Да, все, тут все, что нужно. Бутерброды, колбаса, килька в томате. Вот у меня книжка, очень нужно пригодится. Как это не то, прям вот. Это так свой портфель. А я здесь попала. Вот у меня все разложено. А, идите сюда, хорошо. Две команды. Идите, моя команда, идите сюда. Я завтра наручники попрошу. Так. Не надо. Друг за дружкой становимся. Ребята, ваша задача по очереди добежать до предметов и взять только один, который может понадобиться в школу. Так. Положить в рюкзак и передать его следующему. Ну что, понятно, что нужно делать? Берем рюкзак, подбегаем вот к этой кучке предметов. Берем только то, что нужно в школу, один предмет. И возвращаемся к команде, передаем рюкзак следующему участнику. Все понятно? Ну что? Да, вы поняли, что делать? Только один, но только нужный предмет. Это я там накидала колбасы всякой. Ну что, готовы? Ну да, на старт. Внимание, начали! По одному, по дружку, дружку положи мне. Ага. Давай следующим. Давай, давай, передавай. И кружку не забудь. Скорей, скорей. Кисни бутерброд там. Давай, молодец. Только у меня больше тебя получился. Ну сейчас посмотрим, вот, что у нас тут собрано. Давайте, с кого начнем? Давай с меня. Давай. У меня интересно. Мне положили цветочек. Папа мне 1 сентября без цветов, да? Да, поэтому правильно. Раз. Клей. Не знаю, надо или не надо. Надо клей. Да. А линейка? Да. А карандаш? Да. А вот это мелкие цветные? Да. А учебник? Да. А краски? Да. А рулон, кисточки? Да. И, конечно же, игрушка Пупы. Спасибо тебе, мне пригодится. Ну что, смотрим теперь, что у нас в портфеле. Линейка нужна? Да! Учебник? Да! Краски? Да! Кисточки? Да! Очки? Да! Ну, это ну, если ты плохо видишь. Это если плохо кто-то видит, да, очки, конечно, нужны. Ручка? Да! Клей. Да. Помощник. И ластик. Да. Вот. Вот так. Молодец. Ну, да, мы собрали все, что необходимо в школу. Мне кажется, мои лучше собрали. Не знаю, мне кажется, мои лучше. Спасибо. Ну вот, спасибо. Теперь мы собрали, а теперь нам нужно всем вместе пройти через школьные ворота. А как мы это будем делать? Ну, все вместе, это значит, а ну-ка, первый Б, все-все, выходите ко мне, скорее. А ко мне первый А, все. Так что не зевайте друг за другом, становитесь. Ну что, чья команда победит, как думаешь?
Посмотрим. Конечно, команда Кузьки. Маэстро, музыку, погнали. Нет, 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 нет. Ладно, мы уже прошли. Хватайтесь, быстрее, быстрее, друг за давай, хватайтесь, давай, давай, за ручку. Вместе, вместе, за ручку бежим, за ручку. За ручку все. Все стоим на месте. Встаем. Пошли, аккуратно. Стой, стой, стой. Давай, берем за руки возьмите. Все, все прошли. Молодцы, давай, вот мы пришли первые, все. Кто из детей? Сюда иди. Нас было больше. Тёма, сюда иди. Ну что, теперь-то нам можно в школу почему идти. Шли, не играли? Но для начала вы должны дать клятву. Клятву? Клятву? Какую еще клятву? Мы боимся вообще-то. Не бойтесь, наши ребята вам в этом помогут. Расскажите, ребята. О, это хорошо, тогда не страшно, когда все вместе. А что там делать-то надо? Сейчас? Я вам буду читать клятву, а вы должны говорить «клянемся». А, попробуем? Готовы? Давайте. Готовы. Всегда приходить в класс на первый урок еще до того, как проснется звонок. Клянемся! Чтоб грамотными и умными стать, будем прилежно читать и писать. Клянемся! Быть на уроке активным и дружным, запоминать и учить все, что нужно. Клянемся! Учебники, книжки, пенал и тетрадки всегда содержать в идеальном порядке. Клянемся! Клянусь в том, что буду я очень стараться с друзьями моими впредь больше не драться, друзьями хорошими, верными стать, друг другу всегда и во всем помогать. Клянемся! Клянусь я ребенком воспитанным быть, не бегать по школе, а шагом ходить. Клянемся! А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю. Тогда обещаю мыть вечно посуду, и на компьютере играть я не буду. Ой-ой-ой. Ребенком всегда идеальным я буду, и клятвы моей никогда не забуду. Клянемся! 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 Ура! Вот теперь вы дали клятву, и назад дороги нет. А мне пора убегать по делам. Ребята, давайте проводим этот день веселым танцем. Ты не обижай, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат ноги у нас. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить, воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе.